Василий, здравствуйте. Как вам сегодняшнее открытие вашей персональной вообще, выставки? Вообще, это мой брат. Давно пора. Поэтому такой праздник. Расскажите, пожалуйста, о своем брате. Вообще, там висит его так история болезни, напечатанная на большом немедицинском формате. Опоздали, там практически все правда, кроме некоторых историй из его раннего детства, которых знаю только я. Но расскажу об этом следующую, когда будет следующая выставка. И оркестр будет не внутри сидеть, а на улице. Нет, уж давайте и сегодня, тем более, смотрите, какие красивые сегодня девушки идут к вам на выставку. Мы должны с Василием срочно сделать одно. Возвращайтесь! Здравствуйте! Как вам сегодня на выставке Василия Голубева? Круто! Возвращайтесь. Не, я хочу его сфотографировать на фоне вывески. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, что вы думаете о живописи самого Василия Голубева? Я думаю, что это круто. Да. Круто? А какая картина вам больше понравилась? Мы пойдем сейчас снимем. На ваш вкус не выбор. Утренняя заря. Он же Шереметьевский дворец на набережной реки Фонтанки 34. И здесь происходит мероприятие, которое называется «Песня о родине». Партитура для сирены. Вот главная часть ее – это выставка Василия Голубева и его картин с юмором. Очень интересная. Вот тут мы видим иллюстрацию к Москве, петушки. Приходите, смотрите.
Здравствуйте, как вам выставка Василия Голубева? Я еще посмотрю. Хорошо. Сиськи! Что теперь, как же предоставилась возможность увидеть вас, и как вы работаете, и чем вы работаете? Вот я хочу тоже как бы вот в Фейсбуке увидеть. Это как бы наше государство, наше пространство. Павел Крусанов, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, о выставке Василия Голубева. Выставка Василия Голубева – это прекрасно, как и все остальные. Поскольку он у нас человек такой синтетический, то есть у него живопись максимально приближена к литературе, как, так сказать, как сюжетно, так и как можно, можно всегда к каждой картине дает ключ к прочтению. Да? Ключи очень точны и не банальны. Нам радостно смотреть на вас. Да, мне очень радостно увидеть наконец-то вас, потому что в феврале месяце я наконец-то вышла из психической депрессии благодаря прочтению вашей книги «Мертвый язык». То есть я готов идти к психотерапевту уже. Я думаю, что они... Психотерапевтический текст. То есть они отдыхают по сравнению с тем, что можете вы сделать своим творчеством. Вообще, как помочь людям. Терапевт отдыхает. Отлично. Большое спасибо. Это Наташа Крусанова. Вы жена моего любимого писателя. Одна первая жена. Вторую тоже зовут Наташа. Она тоже пришла? Да вот они только что ушли, по-моему. Они дружат с семьями, высокие отношения. А что было дальше? Дальше? Да ничего особенного. Это, знаете, такое состояние. Как бы, когда мы возвращаемся назад. Не себе, не домой, а любимые гости. Две морковицы несут, и зеленый хвост. Молодец. Жопа парашу, главный. Я не главный. Главный. Алиночка, главный. Это очень хорошая, когда, если вам что-то не понравится, она все убьет. Да, как скажете. Как я смотрю? Мы тут посмотрим, что тут еще происходит. Павел, очень приятно вас сегодня видеть на выставке Василия Голубева. Пожалуйста, 10 тысяч слов в обмен на бусики. 10 тысяч слов восторга, исключительного восторга, обаяния, вот, и все, почему мне очень понравилось. Дорогая, подождите. А кто кому будет платить за съемку? У нас-то был городский разговор. Вы мне. Да, ты уверена? Какая картинка красивая, кстати. Девушка, не понимаю, с кем она имеет дело. С Ковальским. Я платная натура, и мне не хватает денег на проезд. С великим.